Макс, что ты делаешь? Это Макс проверяет эту легенду про Теслу. Макс, оно же на капоте не растает. Уже ж не тот капот. Бородач к тебе пошел. У меня к тебе просьба. Да нет, идиот! Что ты? Можешь мне с Китая заказать на залупас диодные фонари задние? Контактной группы хватает, блин, на полдня езды и все. Все, вот это одеваешь вот так, потом и заводишь. Отцепляешь вот так, раз. Все, понял. Схема отработана. Короче, контактную группу в бардачок. Макс, что ты делаешь? Это Макс проверяет эту легенду про Теслу. Макс, оно же на капоте не растает. Уже ж не тот капот, не там. Легенда. Снеговика лепишь? Макс, что ты делаешь? В защитку туда вот. В салон. Тут салон, багажник, все целое. Все единое. Блин, Макс, а сколько стоит машину помыть? Смотри, черное пятно осталось. Оттирай, блин. Полоса. Будет стол у нас, у Макса руки замерзли. О, а что ж ты, сразу перчатки не показал, а? Я сообразил. На, могу шапку дать. Ты меня, короче, постоянно тестируешь на прочность, да? Да, да, да. Так, мы моем стол, это обеденный. Или для ужина стол. Я прежнюю туда еду. Я туда уши не положу. Ты опять ушей накрал? Накрал. Наобрезал. Нет, зачетная техника, поработай с ней чуть-чуть. Будет нормальный самолет. Да, вложить еще пару тысяч долларов. Да нет. И будет, вариант. Она сейчас он реально шкребет, только что ей не хватает резины и мощи. Всего лишь. Не, ну так она заливает, он, блин, из зажигания постреливает. Она периодически троит и стреляет в глушак. Это нормальная работа запорожца. Когда стреляет глушак, троит. Я тебе скажу, вот у меня сосед покойный, тут бы так свои не работали, но вообще шмель. Все, стол готов. Только в начале машины было, да, сюда осталось? Да не, ну то... Подача опять от меня, но... надо мной глумиться. У нас, короче... Блин, ты засвечиваешь сильно ярко, сделай слабее. Делай фото. Засвечиваешь сильно. Ну, Руслан, сзади держи. Ира, сзади держи. Подожди, повернись туда, я тоже хочу это снимать. Пускай держу. Сзади кто-то слепит, сзади слепит кто-то. Можешь ушами пошевелить чуть-чуть? Вот. Такой гоблин из залупаза. А, я не могу. Режим этого включи, Руслан. Режим залупаза? Подожди, это самое, не. Вот так сзади держи, чтобы это самое, чтобы руки не видно было. И ушками пошевелись. Сильно засвечивает. Ну, блин, если я выключу, вообще не будет. Это самое, приди ушами чуть-чуть, знаешь, типа паштет почуял. Есть хочу! Режим оффроады включай, Руслан. Этот, мады включай. Сильно засвечивает кто-то. Блин, с колбасой, можно еще с колбасой, конечно, какие-то конкурсы устроить. Обратите на это внимание. Я маковой росинки с утра во рту не держал. Бородач сошел с ума, хочет сжечь Десну и все вокруг. И Макса у вас. Рус! Да, попадаю четенько. Рус, открой пашки, там принес. Короче, бородач нашел вот такую, вот такой пенек в чистом поле. Тут уже его кто-то жёг. И вот такой я построил, такой костер. Сейчас, короче, будет... Будет, хочет зимовать уже здесь. Да, неплохо. Работали, пожарные работали весело, с огоньком.
там спину погрею. Сильно мощный фонарь. Чтобы волосы были из носа. Вот это вот волосы из носа. Фонарик реально мощный, засвечивает, блин. Так это ж не полная мощность, подождите. Это не полная, глянь. Вот это полная. Так что ты с ним аккуратно, он может нос отгрыз. Слышите, блин, мы тут пока кушали. Бородач, это из-за тебя такое. Ездили спасать приют, вот запомнили. А, это они меня ищут или что? Охренеть вообще, блин, глаза светятся. Я бы не советовал давать им мясо, потому что, блин. Собака, ну не бойся, никогда. Реально боятся, но не унька. Блин, так на волка похоже. Это на волка, да. Да это волки десенские. Ну здесь реально волк. Да, на эту морду. А ну иди к ним, и я посмотрю, они унесут тебя туда к себе или нет. Макс, верни назад уши. Смотри, а то за палец укусит. Вон глаза светятся, сейчас покажу. Иди сюда, маленькая, иди. Иди, не бойся. Ну вон еще, смотри, там сколько их, охренеть можно. Они тебя сейчас за ногу и унесут, я тебе говорю. Не рискуй. Ирка, вернись. Сколько их, охренеть можно. Ну, холодная зима, блин, это не летом. Что, маленький, иди не бойся, иди ко мне. Иди, девочка, хорошо. Давай этому самому, кто смелый, тот и ест. Они не найдут. Тут бестолковый какой-то. Реально волк какой-то? Да, похож. Дай с рук. Бородач, к тебе пошел. Боится, да, на волка похож, конечно. Подойдешь к
Подойдет. Сейчас будут. Дикие. Собака паштет мой молотит. И посмотрите в этот момент на Руслана. Сними свое выражение лица. Не пугай собаку. Кушай, кушай, маленькая, кушай. Кушай. Мне кажется, она хочет купить залупаться. На! На, маленький. На, не бойся. Кушай, кушай, бедная собака. Ну так не худые. На. С паштетом кормит. Это слышно, нахавалась больше всех. И не подходит, да? Похоже. Дикий-дикий, глянь на его глаза желтые. Тут на волка похож. Бородач, блин, ты тоже волк? Горит. Так не видно. Рукописи не горят. Руш, встань, я грелся. Шкварчит что-то. Шкварчала ваша папироса. Жареный почти. Не крутится в линзой там? Горло не сыпь. У меня к тебе просьба. Да нет, идиот, что ты? Можешь мне с Китая заказать на залупас диодные фонари задние? Так а что, а что ты себе заказать? Алиэкспресс, купи и все. Думаешь, есть на залупас? Оригинальные, я имею в виду, задние. Да я думаю, все тут. Когда пасы, пусть приходят к столу. Давай, бородач, пой. Да, Руслан, помидоры. Кулек мой положи. Хлебушек. Макс, вот так типа. Паша, хлебушек. Паша, хлебушек. Красиво будет видео? Оно же останется, пока мы доедем? Ну да, там записи 5-7.
еду на четвертой. До базы километра 3. В принципе, все нормально. Вроде как визуально увеличилась вибрация после этих истязаний. Но все равно едет своим ходом. Сцепление в плохом состоянии, но выжило. Короче, сделать называется нужно все. Начиная от бачка омывателя, сидений и заканчивая трансмиссией, тормозами. Короче, все приветствуют. Примерно реакция такая же, как едешь на мега-УАЗе. Ну, примерно такая же. То есть, даже странно. Вроде машина, ну, хотя не странно, выглядит интересно. Она в глаза бросается за счет своей высоты. Такие ямы повымывала, это жесть просто. Так, ну что, все, оффроуд был удачным. Карбюратор полный провал. Наверное, что-то как визуально расход стал сумасшедший какой-то, потому что было 10 литров. Я 3 литра где-то долил, еще человек мне дал на оффроуде. 13 литров. И до базы мог не доехать. То есть, не знаю, сложно так, конечно, объективно оценить. Видите, что люди показывают, смотрите, показывает палец вверх, люди в шоке, короче, от машины. Ну, едет неплохо. Позвонил товарищу, попросил квадрорезину какую-то посмотреть, там, может, БУ. Тут квадроциклистам позвонил, сказал, что поищет. 14 радиус. Большой размер не буду ставить. То есть какой-то, может, 26-25 дюймов. В принципе, ей этого достаточно. Больше, ну, 27 максимальный, который влазит так без особого геморроя. Но он даже особо и не нужен. Хватает. Ну, уже какой найдем, короче, будем ставить до 27 дюймов. Да, нагрузка, подушки двигателя. Ну, короче, все надо менять, точнее, не менять, а ставить. Их тут вообще нет. Так, ну что, всем пока, подписывайтесь. Тормоза полный провал, просто провал. После оффроуда их вообще такое впечатление, что они исчезли. Подписывайтесь, делитесь. Всем пока, спасибо.